Чьи кровати? Быстро все зашли сюда. Так, у меня там все. Чьи кровати? Давайте, как где вот вы там, будете сидеть? Вот там, в углу с медведем. Вот это чья кровать? Не знаю. А, какая? Вот это ничья. Это Иванка все скидывает сюда. Кто это скидывает? Иванна. Мы сейчас уберем за нее. А где эта Иванна? Она на ногтях. Ногти она делает. Вот это у вас, что это у вас, блин, это вообще какой-то адский, адовый ад просто. Вот это что такое? Это вообще непонятно, чего это. Какая-то гримерка Филиппа Киркорова, просто какой-то кошмар, блин. Это чьи полотенца? Вот это чье все? Вот это чье? Жарикова где? Где Жарикова? Сколько говорил Иванин? А живет она где? В вип-доме. Это все ее вещи? Да. Ну, здорово. В душ, надо в душ. Это ее место. Вот. Шла. Класс. Вот в следующий раз будет чисто. Вот это чьи вещи? Все, выкидываем. Выкидываем все. Хромина? Все выкидываем. Вот это все хромины? Где хромина? В вип-доме, наверное. Тоже в вип-доме. Она тоже живет в вип-доме? Да. Но они сюда ночевать ходят. Ну, здорово. Вот это тоже ее вещи? Да, это туда, я не знаю. На улицу. В мужскую только не заходите, пожалуйста. Сейчас буду убираться. А то мои вещи все окажутся на полу. Да елки-палки! Все, чистота и красота. Что за вещи там? Вот это все нужно выкидывать. Все. Это чьи вещи? Без понятия. Это Ивана будет разбирать. Это я с Иваном. Сейчас быстро найдутся. Никакого порядка. Все выкидывать. Да, я дубленку хоть уберу тогда отсюда. Негодяй. Вот так каждый раз, чтобы я приходила в спальню, только так у вас было.